Здорово, шофера! Мы продолжаем играть в OMSI Bus Simulator 2, и в этом ролике мы прокатимся по карте Чистогорская область версии 0.9.4 на вот таком стареньком автобусе Альпус 260S. Давайте проведем кратенький обзорчик. Как всегда, по традиции, сегодня ролик получится большой, довольно-таки где-то около часа, поэтому готовьтесь, запасайтесь печенюшками, чайком, чипсами и так далее. Открывается задний отсек, багажный двигатель у нас здесь нет, двигатель находится посередине, и вот такие колпачки у нас сюда встают, но уберу их, потому что когда автобус пачкается, колпаки при этом остаются чистыми, поэтому просто снимаем, убираем. Так, бензобак рабочий с этой стороны, аналогично как и с той, открывается багажный отсек. Тут у нас тоже открывается доступ к каким-то, ну, агрегатам и так далее. И с этой стороны то же самое. Никаких аккумуляторов у нас тут ничего не видно. Спереди у нас все монолитное, литое, ничего не открывается. Раскраску я выбрал такую фиолетовую. Ну, как-то он как настоящий такой снег. Прям не выглядит искусственно. Раскрасок также полно. Можете все их посмотреть. А, номера тут какие-то немножко, конечно, кривоватые. Они как будто растянуты, что ли. В общем, не очень так вот номера смотрятся, но тем не менее выглядит автобус прикольно достаточно. Заглянем в салон, посмотрим, что у нас там. Итак, что у нас по салону? Начнем сразу с форточки, которая открывается с двух сторон. Шторка, которая тоже рабочая, само собой, черненькая, прикольненькая, интересная. Немножко я изменил камеру. Чуть-чуть, буквально я чуть-чуть сел повыше, увеличил пов, и теперь стало удобнее, лично как по мне. Предлагаю сразу запустить, потому что нам еще давление накачивать. К автобусу идет мануал, можете посмотреть его. Здесь у нас есть, значит, проверка всех лампочек, чтобы все лампочки у нас работали. Да, как видите, тут все у нас расписано. Правда, не на русском языке, это, наверное, на немецком написано. ХЗ. Здесь все работает. Вот у нас, собственно говоря, манометр, который давление показывает. Когда газуешь, давление накачивается. В общем, все по стандарту. Сразу наварим печку, потому что все-таки осенняя сегодня погодка у нас. Такая прям бррр. Там вон, блин, туман какой-то. Ужас, короче. ХЗ. Как печку навалить жестко? Разбирался, ничего не мог понять. Нифига она у меня, короче, не шпарит как следует. Ну, это свет, само собой, да. То есть, как бы, все здесь стандартно. Расписос у нас тут падает. 149 сегодня маршрут. Табличка под Чистогорск, но под старый Чистогорск, именно под авторский, 817 и 120. Но нам никакая из них не нужна. У нас сегодня маршрут немножечко другой. Поэтому мы сейчас его выставим. Тут есть у нас такая специальная штучечка, которая нам поможет выставить наш маршрут для пассажиров, чтобы им было видно. 149 сегодня маршрут, где-то в районе 44 минут он идет, и посмотрим. Не всегда, конечно, она срабатывает, это такая штука, вот, но чтобы она сработала уж железобетонно, надо вот сюда вот зайти,
нажать, и тогда все появляется. Да. На Чистогорске, по крайней мере, работают роллбенды. Я их закинул в папку с автобусом. Все рабочее, все пацаны молодцы, сделали качественно, все как бы работает. Что ж, возвращаемся в салон. Здесь дальше у нас, ну, по приборам, я думаю, объяснять не стоит. Вот это не знаю, за что отвечает штука. Не мог я разобраться. Может, дворники? Хотя дворники не включились. Может, скорость дворников, может, за свет. Что-то еще. Коробка механика. Ну, само собой, все анимировано. Это радует. Касса у нас присутствует. И монеты, ну, какие-то евро, но выдаются копейки обыкновенные. Вот, не стал заморачиваться с этим. Пусть оно как есть, так и будет. Дальше что? А, ну да, точно. Так, переходим по видам камеры, которые я не трогал. Наше расписание, кстати, можете ознакомиться сразу. Сегодня мы едем на дачи. Осенние дачи, чтобы люди там подбили свои огороды и так далее. Запираем, возвращаем. Градусник. Градусник. Да, у меня такой был, кстати. Ноль у нас градусов. Вымпелы. Но я их уберу, они у меня что-то не заходят, честно говоря. И вот это, что это такое? Вебаста, не вебаста, хз. Но оно... кстати, оно не работало. Короче, какой-то таймер. Ну, ладно, пусть будет. Возвращаем руль. Конечно, текстурки тут такие. Я бы не сказал, что шикарные. Я просто текстурки из патча перекинул. Вроде стало поинтереснее. Это все выглядит дело. Ну что ж, пойдем в пассажирский салон. Посмотрим, что у нас там имеется. Самая дальняя камера. Ряд сидений. Все по стандарту. Рабочая вот это. Подлокотник. Рабочие. Я даже вам свет включил. Рабочие, значит, шторки. Да, имеют они два положения. Наполовину и полностью. Ну и совершенно вниз. Так, так. Угу. Середина автобуса. Давайте глянем, как дверка отворяется. Замечательно, быстро. Надписи не на русском, это, наверное, немецкий язык, хотя автобус шведский. Багажный отсек есть, люки. Только надо закрыть, не забыть. Так, и крайняя камера у нас. Это передние сиденья, типа место кондуктора и так далее. Там видно водительское место. Все шикарно, все проработано, изумительно, бомбово. Но интерактива особо какого-то нет. Свет и вот эти воздуходувы не работают. Но кнопка работает, кстати, нажимать не будем, чтобы она у нас не висела. Вешалочки, да, какие-то тут есть. В общем, прям такой на межгород его запихать будет замечательно. Но у нас сегодня пригородный маршрут. Давайте какие-то закроем, какие-то оставим открытыми. Ну, у нас там Мерсик подъехал на перекур. И, собственно говоря, все по камерам. Вот такой вот у нас салончик. Интересный, прикольный, качественно сделанный. И свет давай сразу посмотрим, как у нас. Тоже два положения. Ну и вот так у нас он выглядит с внешки. Красиво, замечательно, с рабочими рулонками. Что же, давайте подъезжать. Сейчас мы включим трекер. Чистогорск Автостейшн 2 у нас. Ручник. Трогаем. Пассажиров, кстати, нету, на удивление. Никого, вообще никого. И смотри, прям слово совсем никого. Ну, видимо, на даче не торопятся, уже осень такая поздняя, можно сказать, что зима уже. Ну что ж, никого я не дождался в этот раз. Так, свет у нас горит, поехали. Обсудим сегодня, собственно говоря, вот это обновление. Обсудим автобус и все остальное. Прочее. Маршрут, конечно, не сказать, что интересный такой, прям
Будут моменты, где будет прям скучно, но я своей болтовней это постараюсь это дело разбавить. Так, у нас красный. У нас остановка следующая, кинотеатр «Октябрь». Тормозим. Тормозим и ждем. Да, погодка не айс, не айс. ППС тоже, конечно, не айс, но в этот раз это хотя бы не связано с майнером, как было на стриме, который я пытался провести. Да, весело было, надеюсь, в этот раз все получится. Значит, эта обнова у нас вышла 29 октября. Это неофициальное обновление Чистогорска, сразу говорю. Это, можно сказать, как дополнение к карте. И сделал сие чудо Project by Тёма72Rus. Автором оригинальной карты по-прежнему является Dark Wolf, DV Sound Studio. Ну, я думаю, многие знают эту команду, которые делают звуки различные, дополнения, аддоны для OMSI и так далее. В общем, авторство-то по-прежнему за ними. А Тёма просто как бы сделал дополнение и дополнил сюда 72 маршрута. Ну, это в общей сложности. 72 маршрута, ребята, это жесть. Наверное, сейчас вот это дополнение для Чистогорска является самым крупным по числу маршрутов. Я так думаю. Тихо. Ты чё, маленький? Ты чё, Альпус? Ну, естественно, ссылочки все в описании. На группу Тёмы, который сделал это дополнение. На группу DV Sound Studio, авторов оригинальной карты, вы найдете в описании и оригинальную карту, и это дополнение, и все группы ребят, и также ссылку на этот замечательный Альпус от автора Виталия Лагутина. Да, автор Виталий Лагутин, который сделал множество замечательных автобусов. Так, мы успеваем, Красный Октябрь у нас остановка. Я, конечно, маршрут проехал уже этот не раз, но все-таки под запись боюсь, что могу и потеряться, поэтому едем с подсказкой. Так, ручник. Ну что, есть пассажиры? Ты смотри, никого. Вообще никого. Вообще, ты представляешь? Видимо, погода. Звуки, конечно, у него немножко не очень. Именно вот высокие обороты. На низких еще как-то так уши более-менее справляются. Но когда именно уже идут высокие обороты, больше тысячи, 1500, 2000, это все ужас. Уши просто начинают какое-то месиво происходить в ушах. Вот. Ну так, достаточно прикольно здесь все построено, в черте города, деревеньки, все более-менее, но вот эти перегоны между деревнями, между городами, пригородами, это просто жесть бывает. Настолько скучно, что хочется закрыть игру. Ну, вы увидите сегодня. Ну, я эту игру, конечно, закрывать не буду. Так, тихо, маленький. Все-таки у нас тут ручная коробочка, надо быть как-то аккуратнее. Новостройки или нет? Просто тут не все остановки наши. Нет, это ТЦ. Может, ты со мной сядешь? То вообще никто со мной не хочет сегодня ехать. Да, кто-то идет. А нет, не ко мне. Ладно, я все равно опаздываю, поэтому я поехал. Передачки прям коротенькие здесь. Мощи у него хватает. Правда, не нагуглил я, что стоит за пихло. Но автобус построен на базе, на шасси, вернее, Volvo B10M. Собственно говоря. Ну, множество автобусов на этом шасси построено. Поэтому он как бы так вот с внешки знаком, но название Альпус, оно как бы так в голове не крутится.
на самом деле. Ну, такие автобусы, кстати, ходили. Вот Volvo, я помню, у себя в городе. Тихо. На межгороде были Volvo. Так, ну, вроде кто-то сегодня все-таки решился со мной прокатиться, наконец-то. Прикольно, кстати, поворотнички у него так работают. Перемена тык-тык-тык-тык. Так, сегодня я на оплате, кстати. Несмотря на то, что у нас тут билеты, касса, не, которых в нашей стране нету, ну и билеты не наши, и мелочь тоже не наша. Ну ладно, углубляться не будем. Поехали, мы опаздываем. Здоровенький такой автобус достаточно. Не маленький, он такой прям хороший по размерам. Ну и вот у нас уже шестая, а мы едем только 40. Ну, судя по звукам, как бы, да. Мотор не захлебывается, то есть ему прям комфортно. Все-таки как будто мотор и коробка здесь под город сделаны. И вот 1000 оборотов всего, и мы как бы не напрягаемся, мотор не напрягается, ничего не глохнет, не дрыгает, не тыркает. Европейский, это он или нет? Нет, это даже не он, и никто у нас не выходит, поэтому газуем отсюда. Газуем отсюда, блин, солнце. Вроде туман, такая осенняя погода, а солнце светит, при этом туман не уходит. Ну, да, аномальная погода, и, конечно, ныне у нас только-только вот снежок выпал. Нормально так, причем подзамел немножко. Все-таки уже приближается зима, чувствуется наконец-то. Наконец-то мы в Омске покатаемся зимой. Стоп. Тормоз. Кажется, что ты вроде пассажиров проехал, а на самом деле... Ты вообще, грубо говоря, только сравнялся с ними. Так, у нас тут, кстати, пасы не влезают. Не могут сесть. Давай продвинемся чуть-чуть. Может, это... А, они не к нам, они вон в следующую 85-ку, наверное. Ладно. Закрываемся. Так, держи свою мелочь. Вторая. Сейчас, братан, подожди. Подожди, братуха, у меня тут вождение. Сквозь меня Волга проехала, братан. Я, походу, это... Того, крякнул. Призраком стал. Да, здесь мы налево, все точно. Так, вторая доску. Угу, трафиковый тупизм здесь. Ну, конечно, конечно. Конечно, своих-то вы пропускаете. А меня игрока, херушки. Вот такие они, NPC. Ну, все равно, вот несмотря на минусы, прикольный автобус. Виталий, конечно, молодец. Множество он сделал классных автобусов. Да, даже за примером далеко и ходить не надо. Вот Атаман, на котором мы недавно катались, ну, согласитесь... Крутой Атаманчик. Также Виталий сделал бас Дельфин, который у нас был в ролике еще, в старых-старых видосах. Кто помнит, с того лайк, коммент обязательно, кто помнит такие видосы. Также базика 079, это тоже сделал Виталий. И многие другие качественные и достаточно крутые видосы, блин, автобусы, так что следует поблагодарить Виталия и подписаться на его группу ВКонтакте, я считаю, и пользоваться его модами, не забывать таких хороших мододелов, как Виталий. Здесь уже можно шестую подрубать. Слушай, ну греется потихоньку. Так, аллея молодежи. Молодоженов.
Эх ты, старый, совсем читать разучился. По транслиту. Надо пивнуть. Никого, красота, пасов мало, кайф. Люблю, когда так. Когда не под завязку, у нас коробочка, но сидят пара человек. Вот видишь, солнце ушло, да, похоже? Ну да. Или мы повернули, и солнце стало за нами, но его нет сейчас. Как бы такая, да, странная погодка. Новостроечки тут стоят, свечки. Че творишь-то, а? Подрезать меня хочешь? Подставить хочешь, да? Гад. На голубой восьмере. Улица Протолярская, наша следующая остановка. Мы проехали, что ли, остановку, потому что дом обороны тоже в нашу остановку входит, разве нет? ХЗ, ладно, не суть, едем. Нет, вот протолярка-то. Да-да, все правильно. Просто, знаете, так вот, перестраховаться лишний раз. Лучше посмотреть в расписание, глянуть. Так, я предлагаю нам вот оставить только верхнюю строчку, чтобы вам тоже на экран там не лезло, не мешало это все дело. Да, сегодня наш день в плане пасов, их мало. Ну а что хотеть? Во-первых, погодные условия сегодня. Не айс куда-то там ехать, на какую-то дачу. Да и, во-вторых, уже дачный-то сезон давно закрыт. Так что, кто туда едет, у меня большой вопрос, куда они едут. Ну, кто-то, наверное, подбить остатки, кто-то что-то достраивает, строит. Тут прямо у нас рынок какой-то. Так, ага, здесь мы уходим направо, как бы, гаражики. Ну, атмосферно, да, атмосферно. Есть красивые места, атмосферные, проработанные, вот какие-то мелочи, которые я, например, не замечал, даже вот поле баскетбольное есть, да. Площадка в воздухе висит, кстати. Ой. Заходь. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Спасибо. Были. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Так, снимаемся. Да вы что творите-то, а? Еб вашу мать. Все вопросы к автодору. Кто делал ваши дороги, а не ко мне. Так что там потише, потише. Да, 72 маршрута обозреть мне, конечно. Фу-у-у. На это надо несколько лет, с учетом того, что видосы редко выходят так. Да, это надолго. Но Тёма написал в своей группе, что перерабатывать маршруты будет. Такие уже выпускать фиксы, что уже не будет больше добавления маршрутов. Ну и правда, достаточно, 72, это и так много. Есть и городские, и пригородные, и межгородские. Тут же ведь как бы Тёма развил Коренево, Тугулым, вот эти все городки на Чистогорске. Вот поэтому Будем кататься. В следующем видосе, наверное, катнем мы по карте Щецина. Давненько не катались на Щецине, на Польше. Я думаю, будет интересно разнообразиться, прокатиться по Польше. Ну и потом уже вернемся
в зимней атмосфере на какие-то наши отечественные постсоветские карты. Конечно, планов много, вопрос только лишь во времени, когда это все записывать, монтировать и так далее. Неудобная остановка такая, конечно, можно было чуть-чуть, наверное, подальше сделать, потому что, ну правда, вот подъезжать сюда прям не кайф. Ты нормальный, поздоровался на русском, а потом говоришь на немецком. Дороги, конечно, усосанные. Так, АТП-шка у нас направо. Газку, газку. Шестая заходит вообще как себе домой. Тут надо, не знаю, 8 передач иметь, чтобы на нем кататься. Кстати, такой вопрос к людям, шарящих в модо, в мододелании, модостроении. Можно ли как-то на автобусе поменять градус руля? Вот у этого автобуса он большой, больше 900, то есть тут где-то 1800 или 1080, там, да, какие есть еще градусы. Но хотелось бы, чтобы оборот руля у меня игрового моего соответствовал обороту в игре. Короче, чтобы у меня там было 900 и здесь 900. Как это можно сделать? Заползал я в модельку, но, скорее всего, это только менять анимацию уже, да? То есть лезть в анимацию. Ох, туда лезть у меня не получится. Поэтому такой вопрос, можно ли поменять это при помощи прописки именно. Этот момент прописать. Вот. Кто знает, дайте мне ответ в комментах или напишите мне в ВК, в Телеграм, куда угодно. Кстати, подписывайтесь на наш Телеграм, на нашу группу ВКонтакте. Анонсы роликов выходят. Всегда будете знать о выходе новых видосов самыми-самыми первыми. И прочие плюшки вас ждут в наших социальных сетях. Ну и на канал подписаться следует. Само собой, поставить колокольчик, чтобы уведомления приходили. У нас ведь не только ОМСИ, у нас еще стримы по Евротраку. Также отлично на канал залетела игрушка SnowRunner. Мы там грязь месим, катаемся, короче, кайфуем, отдыхаем. Поэтому с вас подписончик для новых зрителей, для старых зрителей лайк поставить не забыть, комментарий свой топовый написать, чтобы попасть на экраны. Вы же знаете, лучшие комменты попадают на экраны. Опасно тут топить. Хотел я прокатиться с дождем изначально. Да, хотел. Но прикол-то в том, что у меня игра начинает зависать с дождем. А можно мне шторку? Ага. Ресторан Нева, да? Да, он самый. Ресторан Нева мы помним еще по старому Чистогорску, по оригинальному Чистогорску. Это уже не забыть. Кстати, зимой немножко другой. 116 маршрут, который у нас до ресторана Нева. И здесь мы уже покидаем город Чистогорск и переходим плавно в загородную часть этой карты, этого дополнения. И сейчас у нас следующая остановка — поселок Дачный. Дальше у нас там будут Авилово, Малинки, Муравлёво и наш СНТ Электрон. Сразу же пейзаж поменялся, да, здесь уже такие сосны высокие, ну прям такая загородная жизнь. Здесь у нас заправка, ну она вроде была, кстати, и в старых версиях в Чистогорске 0.9.
У нас, кстати, много видосов по Чистогорску есть. Можете ознакомиться со всеми. Самые интересные ролики у нас в плейлисте по ОМСИ. Так что можете все посмотреть. Что я заметил сейчас? Смотри, в левое зеркало. Обрати внимание, да? У нас лагает в зеркале. Хорошо, но в маленьком зеркале у нас все отлично. Странно, не правда ли? Жесть. Такая-то игра, конечно. Смешная пароль. Но тут ничего нет, да? Но рекламные щиты, пожалуйста, везде. Вот ничего нет, блядь. Одна машина впереди, одна сзади. Я и рекламные щиты, вот. О, братишка. Братишечка, здорово, 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 родной. Хотелось бы побольше трафиковых автобусов встречать. Кстати, интересно, а вот в этом дополнении есть вот тот самый пазик, да, 672, который здесь всегда был прописан раньше? Который, когда я встречал, у меня аж мурашки пробегали по телу, блин, из-за этого автобуса. Настолько он ностальгию вызывает. Газку, 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 в подъем идем. Ну, здесь прям осень уже, все. Деревья желтые. Ну, как по мне, так осень прикольнее смотрится, чем лето. Лето все такое зеленое, а осенью все-таки такой немножко контраст более мрачный. Вот вышечка у нас тут, пожалуйста. Не вырвиглазный, короче, такой желтый, приятный. Желтый, серый, коричневый. Ну, FPS, конечно, из-за трафика, скорее всего, он так тупит. Но ничего, трафик-то рано или поздно пропадет. Мы еще с этой трассы съедем. Поселок Дачный у нас. Давайте не будем торопиться. Будем соблюдать правила, не будем топить сильно. Все-таки погода у нас не самая лучшая. Туман. Можно что-то не заметить, не увидеть и попасть в неприятную ситуацию. Да, дальше мы сразу уходим налево, все точно. Я уж даже подзапомнил этот маршрут. Так, ну в следующий раз на Чистогорске уже поедем по какому-то городскому маршруту. По коротенькому. Стоп, останавливаемся. Ручник обязательно, чтобы не уехать. Холодно, а я что сделаю? Осень на улице. Здорово, здорово, здорово. Держи. Закрываемся, а то холодно. ХЗ, вот это не автономка ж, наверное. Что никакой таймер, ничего не вылезает. А что здесь крутить? Вот. Крутил я эту штуку. Ее, во-первых, не видно ни хрена из этих текстур черных, как я не знаю. Все я здесь крутил, все нажимал, не нажимал, блин, без толку, все равно холодно в нем почему-то. Что-то я, короче, не шарю, как здесь сделать тепло, чтобы было. И здесь прям уже такая дорожка неприятная. Прям здесь покачивает. Но медлить все равно нам нет смысла. Хоть мы уже и нагнали время. Тем не менее. Нам сейчас где-то 6 минут ползти до Авилова. Тут прям амбары вот эти. Загоны там с лошадьми, с коровами или с кем там. Ну и все. Это уже деревня-деревня началась. Все, вода, дрова, помои, никакого города. Ну давай, 60 поедем, я думаю, нормально будет 60 ехать. Конечно, плестись долго тут будет не очень интересно.
Ну, отопить тоже бессмысленно, потому что начнет карта прогружаться. Я поставил прогрузку объектов на двоечку. Ну и сейчас вот смотри, FPS, да, он уже здесь около 50 крутится. Это мы съехали с асфальта и потеряли весь трафик. То есть у нас вот пара машин навстречу едет. И этого хватает для стабильного, хорошего FPS. Конечно, в городе такого нет. Там 30-ка. И 25-30 это считай, что хорошо. Прям поля, скошенные уже. Ну все близится к зиме. Прямо такая атмосфера уже, что вот-вот и зима. Еще бы дождь, и прям вообще вот поздняя осень. Но с дождем беды. Ну и здесь он на стекло в этом автобусе не красиво ложится. Поэтому как бы без дождя. Но я надеюсь, что у нас все хорошо здесь пройдет сейчас. Хз, с чем это связано? Гуглил, ничего не нагуглил. Накинул патч 2, 3, какой-то там 005, типа самый последний. Но как мне Купер написал и в чем он был прав, что это не поможет, а только трафик начнет сигналить. Ну вот, полностью он, конечно же, прав. Чел все-таки шарит побольше меня за ОМСИ. Ну, справа вообще, конечно, мгла дальше за полем. Так что, скорее всего, поможет переустановка игры. Чего я делать не хочу. Не хочу терять все. Вот, поэтому тестируем, пока катаемся. 2 часа я уже сегодня прокатался, кстати, и успешно, без вылета, все было хорошо. Так что надеемся на лучшее. Что дело было лишь в дожде, в нагрузке, может быть, какой-то, из-за этого у нас зависало. Но кто был на стриме, тот увидел, какие были у нас беды. Подъем он тянет изумительно. Так, давай их все-таки обгоним. Что-то они вообще еле ползущие какие-то товарищи. Опасно обгонять, конечно, поворот, плюс туман. Вроде видишь далеко, но все равно опасно. Стрёмно. ТТТ номера, нифига, блатные. Чё-то да, здесь трафик вообще не торопится. Все 60 ползут. Ну да, если бы мы сейчас рванули, то во встречку бы впилились. Так, пасеки сидят. Что-то уже готовы к выходу. Кстати, паскот здесь кривой, они не сидят, видишь? Они стоят почему-то. Ну, все-таки автобус старый, никто им не занимался больше. Разве что вот патч вышел, который малеха текстурки подтягивает. Ну и как бы на этом все. Заброшен, короче говоря. Мы, конечно, видали автобусы поинтереснее, посовременнее в плане текстуры и так далее, но все-таки вот эту классику не стоит забывать. Давненько я хотел, конечно, на нем прокатиться, чуть ли еще не сначала, как я начал записывать видосы, да и пацаны просили, давай Альпус, поэтому вот ваша мечта сбылась. Мы катаемся на Альпусе. Ну, выглядит с внешки, правда, красиво, согласись. Перекраски всякие интересные есть.
колхоз находил на него, там видеорегистратор, еще что-то, но это все мне не нужно. Нет, не нравится. Так, а мы тем не менее опаздываем из-за вот этой Волги, потому что у нас то подъем, то спуск, ничего не видно. И вот сейчас нормально, самое время обгонять, давай, погнали. Вроде вот смотришь иногда, подъемчик невысокий, а ближе подъезжаешь, а из-под него тачка навстречу, вот так вот бывает. Давай нагоним, я думаю 90 хватит у нас, видишь. После 90 уже лампочка красная загорается. Кстати, у меня было такое, что я топил-топил, и у меня лампочка масла загорелась. Прикинь. Кстати, он пачкается. К концу рейса это, наверное, навряд ли запачкается, потому что погода такая сухая сейчас, несмотря на туман. Но он пачкается, и это радует. Какое-то озеро тут у нас. Но пока пейзаж меняется, а дальше будет вообще скукота. Так, мы причем прилично опаздываем, то 6 минут, 6,5, поэтому давай топить. Стараться как-то 90 ехать. Тихо там. У меня тут маневры, понимаешь ли. Ну, звуки мне прям вообще не нравятся у него. Просто какие-то шумящие. Да, некрасивые звуки прям. Не мое, особенно вот высокие обороты просто. Как будто сейчас мотор разорвет подо мной прямо. И автобус не греется. Вот подлюка, а, не прогревается ни в какую. Короче, вообще убралась эта хрень, да и нафиг она нужна. Так, ну вроде зашумела печка, хз. Может и разогреется сегодня. В общем, ребята, кто побольше маршрутов на этом дополнении Чистогорском прокатал, посоветуйте какие-то маршруты интересные, которые ну, просто интересные, где всякие места прикольные и так далее. Просто времени у меня не так много, чтобы каждый маршрут прям посмотреть. А как бы скучных маршрутов, таких однообразных, тут море. Тут как бы все похожи друг на друга. Такая чисто мельница одинокая стоит. Вавилово, наконец-то. Блин, мы прям вообще хорошо опоздали. Да, ну что поделать, вон наша остановка виднеется. Циркушка есть, это уже что-то. Нихера там. Лиаз прям по колесам проехался, по шинам.
Нормально. На улице было теплее, чем у тебя в автобусе. Слушай, что ему? Садись давай. Теплее одеваться надо, блядь. В футболках ходят, на улице зима. Минус 30. Подушки уже устали там, походу. Пшикают, пшикают. А здесь уже прямо и трафика даже нет. То есть тут начинается вот та самая скукота, о которой я говорил. Просто прямая дорога, меняются кусты и более ничего. Ни домика, ни какой-то там, не знаю, заправки. Никакого магазинчика вообще, ничего. Просто вот стоят столбы без проводов, которые, скорее всего, срезали уже и сдали. Ну, кстати, железная дорога идет. Но поезда нет. Поезда я пока не видел, сколько я уже проехал туда-обратно за пару дней тестов, и поезда ни разу не увидел. Вот только говорил, да, что нет заправок, вот заправка у нас тут нарисовалась. Муравлёва. Так, сильно не гоним, вон уже остановка. Скидываем, скидываем, скидываем скорость. Эть. Блин, бесит, когда вот так вот дорога выше земли поднята. Постоянно соскакиваешь с нее. Вот этот вот прыжок, я терпеть не могу его в этой ОМСе. Да чё ж он меня бесит? И вот повсеместно на всех картах вот это вот тут. Чепуха, когда ты прыгаешь как на ступеньке. Вот такая маленькая деревня, и такие здесь везде. Маленькие деревеньки. Проезжаем. Так, а дальше где-то, я помню, тут будут такие горки неприятные, там топить не стоит. Но они, по-моему, дальше идут уже. Да, посмотрим, малинки, ну да, сейчас мы уже скоро приедем на конечку. Конечно, дольше 44 минут у нас, походу, вышло. Ну да ладно, давно не было таких длинных роликов часовых. Или около часовых. Вот они, ступеньки пошли, да-да-да. Тут надо прям аккуратно, потому что ты вроде смотришь нормально, а когда начинаешь скакать на них, то это не совсем приятно. Ага, вот да. Вот про что я говорил, такие неприятные моменты. И, кстати, пасеки молчат, что странно. На всякую хрень они реагируют, блин. Когда ты поворачиваешь, да, когда по ямам едешь по таким, им вообще пофиг, как будто прикованные, хотя вон они стоят, даже не сидят.
маленькие. Тоже такая малюсенькая деревенька совсем. Ну хотя что малюсенькая-то, может она туда уходит, я же не знаю, я же туда не ездил ведь. Еще пока не в курсе. Все, останавливаемся. Здорово. Здорово. Всегда попробуем со второй. А, ну, в принципе, трогается. Ну-ка, вот я сейчас четвертую не врубал, просто на пятую, и он тянет. Так, здесь у нас 50. Ну все, здесь дальше по требованию остановка на СНТ. Ну, если потребует, тормознем. Ну и так у нас остается последняя СНТ Электрон. Там, кстати, тоже такая конечка интересная. Свободные камеры полетаем, покажу вам. Ой! Я знал про него, что он есть тут, я знал. Ну так вот, на самом деле, с разговорами оно вроде как и быстрее летит. Петушки вон, курочки. Так, вот здесь вот тоже горки неприятные. Коровки вон. Вот оно, да. Не очень приятные моменты. Дорожные. Ну, лучше пусть они будут. Это хоть какое-то разнообразие дает. И опять у нас асфальт кончается. Значит, хз, зачем тут вообще закатали? Может, типа, к скотному двору? Типа, специально. И дальше у нас опять вот эта дорога. Волнистая такая слегка. Да нет, что-то я погнал, что прям скучно будет. Да, действительно, за трендежом как-то и не замечаешь, что время пролетает. Ну, когда без записи катаешься, конечно, скучновато. Так, на СНТ у нас просится. У нас, кстати, вот загорается на приборке S. Типа, просится на выход. Много, конечно, интересных автобусов вышло, на которые я пока не нахожу время посмотреть. Вот, и я надеюсь, что сейчас все будет хорошо, и мы с вами покатаемся на множестве интересных автобусов, потому что я слежу за разработками, за различными, и автобусы-то выходят. Я вот вроде жду, надеюсь, они уже вышли, а времени их посмотреть нет. Вот такая вот фигня, пацаны. И монтаж сейчас у меня дольше времени почему-то занимает. Хотя вроде я уже натаскался в этом деле, и тем не менее все равно. Хочется постоянно лучше и лучше, и времени все нужно больше и больше, а последнее время я по себе вижу, что я что-то начал сдавать в плане монтажа, как-то не так все красиво, как раньше. Посмотрел тут свои старые видосы, ну так, кусочками, вроде как даже у меня интереснее было. А сейчас как-то более скучнее стало, поэтому надо планочку-то возвращать. Но и вам тоже следует как бы не забывать писать ваши комментарии, ставить ваши лайки, чтобы меня смотивировать. Я, конечно, безусловно, всем благодарен, кто мои видосы поддерживает, репостит к себе. Вы все большие молодцы, и мое почтение. СНТ Электрон, собственно говоря, наша... нет, еще не наша, это пока СНТ по требованию. Вот, но СНТ Электрон, видимо, он такой большой. Просто его здесь не видно, он, скорее всего, вон он там, да, видишь? То есть это как бы уже, там даже был знак, да, ведь СНТ Электрон. Если мои глаза не долбятся, странно. Переход заасфальтировали, а эту дорогу нет. Странно, странно. Вот эти кусты мне нравятся очень, которые по левую руку, они прям вообще... замечательно. Да, вот дальше наша конечная. Что ж, что я хочу сказать. Я, безусловно,
благодарен Артему за вот это замечательное дополнение для карты. Виталию тоже большое спасибо, что он когда-то давно сделал этот автобус, который уже люди подзабыли. Но мы-то помним, мы катаемся. И вот наш СНТ Электрон. И, конечно же, спасибо вам, кто смотрел этот видос. Высаживаем все, ручник. Ну, согласитесь, здесь красиво сделано. Вот сейчас я вам хочу продемонстрировать. Как бы мы здесь выходим, идем с... И тут бах, озеро, да? Прикольно. Нет, правда, прикольно сделано. Вообще, вот это СНТ, мне прям оно понравилось. И тут какой-то типа магазинчик или что-то. Да, какие-то магазинчики. Пусть туда текстуры не на русском, но тем не менее, он вида придает издалека. Вот он не близко, и ты этих надписей не видишь. Что-то написано? Да и написано, и ладно. И тут какая-то техника стоит, ждет. Чего-то ждет. И там вот дорожка в СНТ идет. То есть, ну, прикольно, действительно, классно сделано. Из кабины вот это все вообще смотрится шикардосно. Правда, пасы тут никуда не идут. Что ж, на этом давайте закончим. Всем еще раз спасибо за просмотр. Всем огромнейшей удачи, мирного неба над головой. Всем счастливо и всем покеда.